Вы видите оперативную съемку задержания в Твери преступной группы, промышляющей кражами иномарок. Операцию проводили сотрудники Управления уголовного розыска регионального ОМВД совместно с оперативниками городского отдела полиции. Установлена причастность к преступлениям 46-летних жителей Тверской и Московской областей. Сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны на улице Ржевская областной столицы. Подозреваемых взяли с поличным сразу после кражи автомашины «Форд Фокус». Ущерб от этой кражи составил 500 000 рублей. Машина принадлежит 27-летнему жителю Твери, который на момент кражи был в командировке и о пропаже автомобиля узнал от сотрудников полиции. Стражи правопорядка осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли оборудование для несанкционированного открытия дверей, смарт-ключ для запуска двигателя, 4 мобильных телефона, 2 комплекта подложенных государственных регистрационных знаков. В ходе дальнейших розыскных мероприятий полицейскими обнаружены еще 3 автомобиля марки Ford Focus, 2 из которых имеют явные признаки изменения маркировочных обозначений. Один похищен с территории Московской области. Следователям следственного управления УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Максимальное наказание за совершение указанного преступления – лишение свободы на срок до 6 лет. Фигуранты задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Устанавливается причастность задержанных к аналогичным противоправным действиям на территории региона.